Привет, друзья. Блин, надо шнурки завязать мне. Ну не шнурки, а лорик развязался. Пока никто еще не вошел. Сейчас как-то это сделаю. Так. О. 18:56, еще 4 минуты. Привет, привет всем. Пойду, наверное, я это. Сейчас надо мне завязать сандали свои. Куда-то в основном положить бы. Так, всем привет, друзья. Золотая. Ну, уже 2-4. А, меня, наверное, в бан добавили. Потому что я плохо себя веду. Сейчас. Бля, поставил в воду, короче, телефон. Пец. Почему я вижу только 3 человек? Сейчас завяжу шнурки. Так, ну все, пойдемте. Блин, жарко. Капец. Так, пойдемте, найдем сейчас местечко, где можно будет пообщаться. Сегодня будет эфир у меня с Розой Гнедовской, с психологом. Очень интересная женщина в плане житейской мудрости. И у тебя линзы? Нет, друзья, у меня нет линз. Это мои глаза. Нах тогда эфир. Да вообще до пизды можете не сидеть, я вас не заставляю. Сейчас найду лавочку. Местечко есть. Можем поговорить здесь. Лёха. Без информирования кого-либо, это... Вон лавочку вижу свободно. Постараюсь сегодня без мата. Ну а когда, куда же без него родимого, да? Вот. Вас приглашал Ваня работать у него в кафе. Вы не поехали? Послушайте. Была такая идея, да, дяди Вани, чтобы я приехал. Вот. Не то чтобы я не поехал. Просто пока это все вот в таком, в такой замороженной ситуации, обстановке. Я не против, если что. Причем мы с Ваней говорили, я не за деньги, просто помог бы, вложил свой талант, свое мастерство в его кафе, в его ресторан, да.
Мне хочется, чтобы люди, которых я знаю, близкие мне люди, всегда шли только вперед. И это не касается денег там, да. Если есть возможность помочь, почему нет? Поняла, спасибо, пожалуйста. Так, 19:01, да. Где Роза? Лёшка, не игнорула. Кто такой Ваня? Слушайте, ну если вы не знаете, кто такой Ваня, я не знаю, как вам объяснить это. Барзиков Иван Андреевич. Я Алексей Германович. Вернись на Дом 2. Блин, вы знаете, что я очень люблю Дом 2, да, и благодарен всем сотрудникам, всем ребятам, с кем я пересекался, да. Это одна большая семья у нас, но... Есть обстоятельства, где надо просто идти дальше. Так, сейчас. А я Розу приглашу. Может пойти домой пока, да? Быстренько. Чтобы спокойно дома поговорить с вами, да? Ну, дело, понимаете, что круче, не круче. Ну, такого мерила нет. Никто круче. Все мы крутые. Ну, каждый по-своему проявляется. В каких-то ситуациях, да. Так. Не может присоединиться Роза. Почему она не может присоединиться? Это вопрос открытый. Друзья, какое пиво вы любите? Вот такой вопрос. Засыпку. Что ты купил? Домой? О, прикольно. Ну, вообще здорово. Так, ну что, все, ты пошла, да? Давай. Может быть, здесь давай, на лавочке. Люблю, целую, приеду в Дую. Опа. Так. Роза. Может быть, мне выйти и попробовать зайти заново? Нет запросов. Друзья, давайте я выйду и попробую присоединиться к просьбе.